Тяжелым ковшом эскаваторщик утрамбовывает разрыхленную землю на улице Панфилова. Это финальный этап работы сотрудников ТСК «Мосэнерго». Затем здесь восстановят газон, и о больших ремонтных работах уже ничего не будет напоминать. Ремонтные работы на этом участке начались в августе. Километры труб, обновленные распределительные системы подачи тепла, аппараты нормализации давления – все это настроено так, чтобы до абонентов исправно доходило тепло. Такие восстановительные работы проводились по 47 адресам городского округа. Комплексное обновление системы подачи тепла стало возможным благодаря инвестиционной программе ТСК «Мосэнерго». Было поменено оборудование, частично выявлены не очень надежные участки также тепловых сетей. Их произвела замена в рамках инвест-программы. Ну, около 8 километров приблизительно поменяли тепловых сетей, включая магистральные тепловые сети и разводящие. Установлено на ряде объектов насосное оборудование дополнительное. Также в рамках ремонтной программы около 11-12 километров были заменены локально участки разводящих сетей. По словам специалистов, работы по всем адресам городского округа уже на стадии завершения. Восстановлением порывов на теплосетях занимались подрядные организации, что позволило не отвлекать специалистов ТСК от основных обязанностей. В данный момент в Химках работает 18 бригад, которые экстренно реагируют на аварийные ситуации. Сервер Бикмабетов, Вильфред Демковский, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.